Всех приветствую! Сегодня в ремонте Honda Civic. Надо будет мне здесь покрасить пороги. И вот крыло, мятое крыло. Отстучать его и покрасить. Сейчас приступлю к работе. Начинаю вытягивать крыло. Вот, поставил гуся здесь таким образом. Почему надо крыло вытягивать? Именно так, потому как вот здесь есть внутренняя жесткость, там расстояние маленькое, ничем не упереть, вот только тянуть снаружи. Сейчас возьму скобу, покажу какую, и начну вытягивать. Установил скобу, такая вот скоба, сейчас начинаю вытягивать внутреннюю жесткость. Так, снаружи, конечно, еще ничего не видать, но жесткость внутри вытягивается. Вытащил я скобой внутренние жесткости. Вот здесь часть крыла. Поставил вот эту вот окружность, как она должна стоять под лючок. Сейчас уже можно будет снимать краску под споттер и уже более тщательно рихтовать. Также начинаю вытягивать арку крыла. Вот таким образом она выходит. Дал натяжку, теперь можно споттером здесь подергать. Таким вот образом настроился. Здесь немножко надо подтянуть крыло, чтобы зазорчик двери был красивый. Сейчас начну тянуть. Потащил я крыло сюда, за вот это ребро. Теперь оно вровень стоит с дверью. Все красиво. Крыло на самом деле не такое уж и простое в рихтовке, потому что вот здесь ребро такое идет, а здесь впадина такая, и она как бы не хотела мне ее трогать. Надо вытащить ребро, вот эту постараться как можно меньше трогать, но как получится, сейчас опять вот этих гвоздей сюда наварю в ребро и потащу, и посмотрю, как все будет выходить. Вот здесь у меня остается в натяжке, а здесь ямина такая. Если есть возможность изнутри подлезть, то можно и изнутри подвыбить. Ничего в этом такого не вижу страшного. Вот туда изнутри не выбивается толком. Так что с поттером сейчас поделаем. Вот
Закончил рихтовать крыло. Все досконально снимать не стал, так как у меня сроки горят. Надо побыстрее сделать. Съемка время занимает, поэтому так вот все коротенько. Вот так вот получилось. В принципе, неплохо. Шпаклевки будет немного. Здесь вот все почистил. Тоже цвести начало. Прикинул бампер, чтобы все подходило и не было после покраски сюрпризов. Так что примерно так. Так, еще хочу вам один момент показать. У меня всегда такой вот творческий беспорядок к концу окончания работ. Всегда себя прошу, чтобы было не так все, но получается примерно так. Творческий беспорядок. Конечно, потом порядок я навожу, все раскладываю по своим местам, но в процессе работы примерно всегда получается так, потому что пробовал поступать по-другому, но уходит больше времени. Поэтому примерно так. Ну, на сегодня, пожалуй, все. Всем удачи, всем пока.